Willkommen auf unserem Kanal. Alle Serien und Filme sind in der Originalsprache, Russisch. Um Untertitel auf Deutsch zu aktivieren, folgen Sie bitte den folgenden Schritten. Klicken Sie unten rechts auf Einstellungen. Wählen Sie Untertitel aus. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus. Und natürlich vergessen Sie nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Кривое зеркало, закончен сон. Янтарь становится простым стеклом. Казался смелым, обычный трус, а рыбка яркая, душе медуза. Искажение любви, искажение, искажение судьбы, искажение в отражениях кривых. Ой. Бабулечка, давай помогу. Смотри, на тебя мне зубы оскомина сводит. Кислющие сливы в этом году уродились. Ну что ты, бабулечка? Это же вкуснотища. Ничего не кисло. Ты физиономию Веры по утрам не видела. Вот это кислятина. Вот, трое внуков у меня, получается только ты одна, Олечка. Ну, бабулечка, не преувеличивай. Вера и Санёк, они хорошие. Да. Просто немного безалаберные. Безалаберные. Поросята они. Форменные. Правда, какие они поросята, они уже выросли. Ну да бог с ними. Пусть живут как хотят. Нифига себе. Вер! 95. Смотри, какая тачка. И номера вроде московские. Помочь, Мишке? Это же Артур Кислов. Сынок мэровский. Полный бак. Привет. 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 Ты что, меня не узнаешь? Терентьева. Да. Нет-нет, сдачи не нужно. А ты... Ты тут работаешь? А, да, уже 2 года. А как ты? Отлично. Я тебя уже 100 лет не видела. Ты как в Москву уехал, совсем про своих школьных друзей забыл. Ну, да чего ж забыл? Не забыл, звоню. Ну, наверное, уже заправилась. Да. Меня родители просто ждут. Серебряная свадьба. Ага. Пока! 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 Походу, твоя школьная любовь ему по барабану была. Посмотрим. Да, Леонид Сергеевич, конечно. Конечно. Вот откуда наш мэр сделки пронюхал. Теперь ведь захочет свою долю прибыли от автосалона. Надо как-то Литвинова в сауну заманить. Наш мэр ведь только там важные вопросы привык решать. С девочками на десерт. Семен Борисович, а как же мы его в сауну заманим, если Литвинов встречается с голицынской дочкой? У них свадьба скоро. Ах, вот почему. Он так заинтересовался моей сделкой с Вадимом. В ближний круг Голицына прорваться хочет. Тесновато стало тебе, значит, в городе, Вадим Литвинов? Свободы не хватает, да? Развернуться негде? На самом деле, этот Александровск перспективным направлением не считал. Угу. Там этот Семен Копытов, он сам на меня вышел, но он там что-то вроде местного царька. У него своя сеть автозаправок и станция техобслуживания. Решил теперь в своем городе автосалон открыть. Ну и хочет видеть меня в качестве своего бизнес-партнера. Может быть, ты его больше интересуешь, как мой будущий зять? Ну, очень толковый, очень перспективный зять. Не от скромности умрешь. Что ж ты делаешь, дрянь такая? Ты сейчас все это будешь языком вылизывать. Ксюша, вмесь, пожалуйста. Уволи ее! А что, если нам сыграть на контрасте? В смысле? Если верить желтой прессе, дочка голицынская, Ксения, та еще оторва, любит покуролезть. Так что, если мы Литвинову в сауну на десерт подсунем не записную шалаву, а неоперившуюся пташку, скромную, милую, невинную девушку? Мысль, конечно, хорошая, но фантастическая. Если бы я знал, где такие сауны бывают, я бы туда сам с удовольствием заглянул. Кто там? Войдите. Здравствуйте, Семен Борисович. Здравствуй. Чем обязан? Семен Борисович, я по делу, по личному. А какие у меня могут быть с тобой личные дела? Как? Но ведь Верка, сеструха моя… Что Верка, сеструха? Сеструха. Ну-ка, Эдик, ты иди, потом договорим. Слушай, Семен Борисович. Проходи, садись. Издержки воспитания дочери олигарха. Что-то я все-таки в этом воспитании солидно пропустил. Да. Скажи мне честно, Вадим, ты хоть немножко любишь Ксению? Владимир Игорьевич, я вас очень уважаю, но к чему этот вопрос? Вы же сами предложили этот бизнес-проект. Столько раз мне говорили, что брак, основанный на любви, обречен. Когда ты встречаешься с этим… С Копытовым? Через 2 дня. В общем, во всем эти шестерки виноваты, понимаете? Если бы не эти шестерки, я бы в шоколаде был, ты понимаешь? Из всей этой чепухи, которую я сейчас услышал, я так понимаю, что тебе, Терентьев, нужны деньги. Ну да. Семен Борисович, подбросьте пару тыщенок, а? А ты и так уже мне должен пару десятков тыщенок. Я отдам с процентами, как обещал. Стоп, Терентьев! Гони должок. Семен Борисович, мы же так и не договаривались. А я вообще с тобой не договаривался. И сроку я тебе даю. 3 дня. Но мне же сейчас нету, где же я возьму? Это твои проблемы. Или через 3 дня ты мне приносишь деньги, или… Пожалуй, одной почкой мы не обойдемся. Придется еще пару здоровых органов поискать. Вы что, шутите? А я что, похож на клоуна? Семен Борисович, ну ведь Верка мне обещала. Да что мне твоя Верка? Верка, у меня таких Верок! Хотя… У тебя ведь еще одна сестренка есть, да? Олька, а что? А Верка говорила, что она недотрога. Правда? Что правда? Терентьев, ты что, тупой? Ну, спала она с кем-нибудь. Ну что, какой спала? Она толком не целовалась ни с кем. Вот. Мать ее все время Верке в пример ставит, а Верку это бесит страх. Вот, Терентьев, если твоя Оля придет туда, куда я скажу, и развлечет моего гостя, ты понимаешь? Я тебе долг прощу. Ну, это невозможно. Ну? Тогда, Терентьев, я жду тебя через 3 дня. Семен Борисович, поймите, ведь Олька, она сама туда ни за что не придет, разве что я могу ее на машине привезти, там, на плиту и чем-нибудь. Ты не тупой, Терентьев, ты идиот. Мне проблемы с законом не нужны. Мой партнер мужчина, цивилизованный. Или твоя Оля приходит и делает все как надо, или деньги через 3 дня. Пошел вон, ты мне надоел, Терентьев. Спасибо. Я тебя сейчас с удивительной девушкой познакомлю. Здравствуйте. Знакомься. Это мой сын Артур. А я вас помню. Вы с моей сестрой Верой в одном классе учились. Вы еще песни Стинга под гитару пели. Да. А ты, Оля, ты что, твоя Олька, что ли? Откуда ее мэрша знает? Короче, это притрушенная, еще с детства с убогим возилась. Ну, поэтому пошла учиться на дефектолога. Короче, помню, батя орал, что это за профессия, лучше пойди по торговой части, а она нет ни в какую. Мэрша тут при чем? Зачем мэрша? Привезла какую-то делегацию к нам в интернат. А Олька там практику проходила. В общем, приехало телевидение, они там фотографировались вместе, как родные. Да ладно. Здравствуй, Вера. Виделись. Привет, Артурчик. Привет, девчонки. Слушай, мы тут в цирк собираемся пойти потусить, пойдем с нами? Ой, нет, спасибо, давай в другой раз. А, ну тогда запиши мой новый номер. Мне сейчас не на что, я на домашний позвоню, пока. Не на что записать? А телефон на что? А это не твое дело. Вообще нечего смотреть на моего Артура. Он такой же твой, как и мой. Позвольте вам помочь донести этот груз до пункта назначения. Очень любезно с вашей стороны, но вы безнадежно опоздали. Как это опоздал? У вас что, муж и 3 детей? Нет, просто я уже пришла. А, так, может, я… Здравствуйте, вас. Боже мой, какие тяжести тягаешь. Да через весь город, Оля. Ну, мне не тяжело. Да ну, мы же не голодаем здесь. Привет, пап. Привет. Ну, как бабушка? Хорошо. А тебе с твоим сердцем нужно есть побольше витаминов. Всякие фрукты нужны, овощи. Ух ты, солнышко мое. А когда тебе в институт, Оль? А, да занятия с 1 октября начинаются, но мне еще нужно оформить отчет по практике, поэтому я бабульчике еще пару деньков помогу и поеду. Сливы! Милые. Я надеюсь, на ночь не останешься? Ничего себе! Между прочим, комната это не только твоя, а Олина тоже. Ага! Мам, ну… И могли бы с Саней тоже поехать к бабушке помочь. А то он как варенье трескать, так каждый гораздо. Помочь так нет. Ой, кто бы говорил? Сама типа ноги сбила, мотаясь к бабке. Вообще-то с Нового года ты у нее не была. Ну, ты у Ольки только узнаешь. Не приставилась ли бабушка? Не освободилась ли жилплощадь? Ты что говоришь так? Мам, ну успокойся, я шучу. О! Санька вернулся. Ну да. Сутки дома не был тоже. Вы бы заставили его прекратить по подпольным клубам шататься. Все-таки такие деньги просаживают, и добром это не кончится. Ладно. Слышь, принцесса, а ты кого учишь? Дебилов? Вот их и учи. Он на нем потренируйся. Привет, Серёж. Видимо, наш Санёк опять проиграл. Эй, а почему ты меня пораньше не разбудил? Я бы с тобой позавтракала. А, конечно, с тобой и голодным останешься. И на работу позовешь. Ты когда вернешься, скажи? Через пару дней. Я буду ждать. Пока. Пока. Котлетки? Оль, ты куда собралась? Ну-ка, присядь, хоть одну котлету съешь, давай. Вкусные получились. А, ты же с ума сошла? Она же у нас такая возвышенная, а ты ей котлеты предлагаешь, да еще и с макаронами. Принцессы такую гадость не едят. Да почему гадость? Слушайте, смотрите, какие цветы принесли. Это что такое? Самые очаровательные девушки нашего города. Артур. Ой, он меня не забыл, не забыл. Это что за Артур? Кислов? Сын мэра? Да. Он меня до сих пор расщедрил. Цветы не тебе, Вер. А кому? Сказали Ольге Терентьевой. Что? Ой! Случайно выпал. Это у нас за детский сад такой. Мы с тобой договорились. Никаких массажистов, садовников, никаких этих особей с загорелыми торсами. Правда же? Я не понимаю, о чем ты говоришь, папочка. Да-да-да, сейчас, одну секунду. Оля, здравствуйте. Это Артур Кислов. Не разбудил? Добрый вечер, не разбудили. Хотел узнать, как вам цветы. Я пока не знаю, какие вы любите. Артур, все это ни к чему, и я прошу вас больше мне не звонить. А я, что случилось? Я вас чем-то обидел? Можно я ничего не буду объяснять? Всего хорошего. Ужас, ужас. Что это за Оленька? Не Терентьева ли? Может быть. Очень хорошая девочка. Сынок, такая хорошая девочка, вот мне она очень нравится. Вот и мне, может быть, нравится. Может быть? Это он? Так неудобно получилось, я вообще не хотела эти цветы забирать. Ну, конечно. Мама заставила. Ну, да. Выкидывать, говорит, жалко, а Вере их лучше не видеть. Да, с Веркой лучше не связываться. Да я не давала ему никакого повода, честное слово. Конечно. Перестань. Добрый день, Владимир Игорьевич. Здравствуй. Заходи, я слушаю тебя. Вы просили меня присмотреть за Ксенией. Так вот, ваша дочь встречается со своим тренером по фитнесу. Давно? Уже около месяца. А почему я только сейчас узнаю об этом? Хотел удостовериться, чтобы не беспокоить вас из-за ерунды. Иди. Слушаюсь. Телефон абонента выключен или находится вне зоны действия. Верунчик, подмени. Погоди ты, Ирка. Саша. Ферка, ну что твой хахаль взбеленился-то, а? Говорит, 3 дня или все, кишки на продажу. Стрефил? Ты поэтому всю ночь где-то бухал, да? А ты б не бухала? Я тебе говорю, 3 дня или все, на органы почикает. Слышь, Вер, а может это копыто того на понт берет, а? Да, вряд ли. Веронечка, а может это... Поговорила б с ним, а? Ну ты же сама хвасталась, что копыто на тебе жениться обещал. Обещал. Слова ему не скажу. Семен меня предупредил. Проблемы родним, на него не вешать. Да и вообще, что ты истеришь? Он же тебе еще второй вариант предложил. Да какой это вариант? Хрень полная. Что наша Олька в сауну к мужикам сама? Не, Верка, все. Один вариант. Валить мне из города надо. Да не дрейфь ты раньше времени. Пойдет наша Ольга в салон. Не просто пойдет, а побежит. Привет. Здравствуйте. А что вы здесь делаете? Честно? Слежу за вами. Не нужно за мной следить. Да, я пошутил. Ну, в смысле, я не пошутил, я действительно следил, но, Оль, я... Я не знаю, почему вы на меня сердитесь, но скажите, что не так, и я обязательно исправлюсь. Да все так, просто… Тогда скажите, когда мы встретимся. Дайте мне шанс. Маленький. Такой. Меньше. И что это будет? Это будет кино. Нет, это будет театр. Театр, точно, к нам же приехали, к нам, это же в Москве. Ну, давайте так, куда вы хотите, туда и приглашаю. Хорошо. Замечательно. А куда, когда? Я не знаю. Вы простите, я забыл документы. Ничего, я вас тут подожду. Не нужно, я позвоню. Ты давай не реви. Подгребай к старому причалу, я там буду, поняла? Чего, не реви? Прикалываешься? Нет. Олечка, меня похитили. Если ты не заплатишь, твою дивизию. Где же мы такие бабки-то за 2 дня найдем, а? Ведь Верку Ольга прикончит, если сейчас, так потом в притоне каком-то. А этот, ну, Веркин ухажер. Семен Копытов, что ли? Вера говорила, что он папин. Может, он поможет? Слушай, точно. Точно, как-то я сам об этом не догадался. Значит так, Ольга, я сейчас смотаюсь к Семену, переговорю с ним. А ты смотри, чтобы никому ни звука. Хорошо. Так, все, разбежались. Жди звонка. Малая, чего, она, что ли, ночует? С чего бы это? Чем тебе дочка помешала, а, Федь? Оля, между прочим, и так все лето у моей мамы прожила. Помогала ей. Вон консервации сколько привезла, варенья всякого. Заботится о нас, между прочим. Завелась. Я по барабану. Да, Санечка. Уже выбегаю. Оль. Ты куда это на ночь гуляешь? Я ненадолго. Оля! О, понеслась, да? Небось, этот Артурчик ее вызвонил. О, Райка, круто будет, да? Если с самим мэром породимся. Ну что, Семен даст денег? Да не ори ты. Всех соседей собрать хочешь. В общем так, Семен готов дать деньги, но… Ну? Но при одном условии. При каком? В общем, он хочет, чтобы ты завтра подъехала в одну сауну и развлекла одного заезжего перца. Он делового партнера Семена. Что? Что, маленькая, что ли? Он хочет, чтобы ты переспала с этим мужиком. И сделала это так, чтобы он остался доволен. Нет, я не… Блин, ну где же мы такие-то деньжищи найдем? Ведь негде же. Вот копыта уродские. Слушай, ну все. Верке теперь точно кранты. Хорошо. Что? Я согласна. Слышь, Оленька, ты только копыту про Верку не проболтайся. Угу. Подписание такого договора нужно отметить правильно, иначе дела пойдут неправильно. Семен, я вас прошу, только давайте без банкетов и ресторанов, я с дороги хотел бы отдохнуть. Знаете, и замечательное средство от усталости, банька. С березовыми веничками, дубовыми, с водичкой минеральной в бассейне. Нет, вы знаете, я все уже поеду в гостиницу. Вадим Викторович, с вами хотел познакомиться и обсудить очень важные дела. Один очень серьезный человек. А кто это? Это наш мэр Кислов Леонид Сергеевич. Ну, с мэром надо познакомиться. Эй, что такая бледная? На, выпей, полегчает. Нет, спасибо, я не хочу. Спасибо. Видишь, ты какая вежливая. Чем это ты так копыту приглянулась? Ну, покажь. Это рукавички и так тесно. Взяла свою задницу в руки и умотала по-тихому. Девочки, дяди все свои вопросы порешали. Тебе, дядям, надо отдохнуть. А что такое? В чем дело? Что за вид? Ну-ка, быстро давай переодеваться. Я… Ну-ка, давай. Быстро переодевайся. И смотри, не перепутай клиента. Если он что-то заподозрит, мало тебе не покажется. Я постараюсь. Ну что, голубоглазые, дядям сегодня нужны скромные девочки, а не шалавы подзаборные. Понятно? Угу. Вот взяли кувшинчики. Вперед, на пашню. Ну что, давай. Стоп. Веночек. Вперед. Что ж ты делаешь, дурь неуклюжая? Собери осколки, чтобы никто ног не порезал. Семен, ты чего разорался? И потом, что здесь уборщица, что ли? И вообще, зачем ты этот маскарад затеял? Семен, ну зачем это? Леонид Сергеевич, ну вы же сами, вы как всегда. А сегодня не всегда. Тебе не кажется? Нет, нормально, пап, нормально. Ты же хотел познакомить меня с основами бизнеса, да? Ну, значит, знакомство должно происходить с соблюдением всех традиций, так сказать. Ну, тогда с боевым крещением тебя. Не хотел ехать. Говорил, звонка жду. Дождался, пап, дождался. Ну, ладно, мы пойдем. Не пойду. А чего так? А чего? Мне нравятся такие девки, как ты. Ну зачем же так грубо? Девка. Тебя кто учил с девушками общаться? Папа. Артур. Да что? Да ничего, просто я не вижу здесь девушек. Одни двуличные твари. Не нравится компания, поезжай домой, водитель отвезет тебя. Спасибо, я останусь. Простите. А я хочу это. Пойдем. Подожди, Артур. Сегодня право выбора принадлежит гостю. Конечно. Да пусть девушка выберет. Пойдемте. Ну, пойдем. Санёк, ну рыбку! Лови! что, девчоночки? Давайте выпьем за Верку. А я? Я тебе сейчас за Верку. Ведь Верка у нас голова. Да, Верунь? Да! Вы... Вам не понравилось? Но я ведь старалась. Тебя как зовут? Оля. Ольга. А что ты здесь делаешь, Ольга? То же, что и все остальные. Я сильно в этом сомневаюсь. Ты как здесь оказался? Сама пришла. А вам не все равно? Семен! Семен! Что? А что здесь делает эта девушка? Какая девушка? Ольга. Да, Далиска. Понравилась, да? Наверное, давненько ты первый раз не захаживал. Ты не ответил на мой вопрос, что здесь делает эта девушка? Продает девственность, причем достаточно дорого. Ладно, все, теперь моя очередь. Спи давай, никакой очереди. Ну что, Оленька, давай выпьем за твою предприимчивость. Далеко пойдешь, девочка, далеко. Какую предприимчивость? Почем нынче девственность? Не продешевила, нет? Не продешевила. Я себе цену знаю. Так что, на чем мы там остановились? Ты что, совсем без мозгов, что ли? Ты что делаешь, придурок? А ну, стирай немедленно, еще черной краской намазюкал. Зачем мне еще мазюкать, а? Не, я, конечно, понимаю, что раньше ворота шлюхам дегтем мазали. А где ж не деготь-то взять? А правду должны знать все, потому что Олечка Терентьева шлюха и ссоры. Да я тебя сейчас... Тварь двуличная. А вот я сейчас полицию вызову. Ага. Федя? Попрыгаешь, Пикас. Федя! Так, поскорее ждем. Раис, глянь, что художник нарисовал. Ах ты ж! Да что ж ты такой, ты гаденыш ты! Я полицию вызвал. Что ж ты такое-то написал-то, а? Да ничего. Что ж ты? Да что вы руки отсохли! Я же правду написал. Федя! Ой, смотрите, и дочка ваша приехала. Ну что, принцесса, Федя. Хорошо заработал? Федя! Феденька! Федя! Феденька, не надо! Федя! Федя, надо в скорую позвонить! Федя! Не-не-не, не надо в скорую. Лучше сразу телевидение! Отлично, реалити-шоу пропадает! Что? Дочь у них актриса, что надо. Отлично, значит! Отлично, значит! В детском доме подработаешь! Только не диски, как я потихоньку вырос! Ты, тварь паскудная, а! Так опозорен перед всеми! Что ты? Ах ты! А ты ж надо, а? Родная дочка! Шлюха! Олечка, Оля, доченька моя, Оля, Оля. Да-да-да, видели надпись на двери. Вера. Верочка. Ты что меня трогаешь? Бухаешь, что ли? Вера, а где твои синяки? Какие синяки, Оль? Ты о чем? Как? У меня же был в телефоне. Я... Где мой телефон? Ой, телефон потеряла. Ну, тогда иди ищи, где шлялась всю ночь. Слышишь, мам? А мне Семен с такой ехидной улыбочкой говорит. Звонил мой партнер по бизнесу. Сказал большое спасибо за сестру. Умелая оказалась. Мне так было стыдно. Просто кошмар. Саша, а почему ты молчишь? Ты же видел запись, Саша. Мы же с тобой вместе решили. Ты че? Еще я не видел. Ничего мы с тобой не решали. Олечка. Мама, ты им поверила? А, доченька. Господи, позор-то какой, а. Мам, я тебя прошу. Ой. Так, ну я в душе. Ни за что бы не поверила. Здесь такая приличная девушка, а выходит шлюха. Что такое? За что они так со мной? Что такое? Кто? Что, Олюшка, что случилось-то, Оля? Ну все. Успокойся, успокойся, детонька моя, я же с тобой. Я всегда с тобой, Олюшка. Дева, радость, благодатная Мария, Господь с тобой, благословенна ты в женах. Благословен плод чрева твоего, яко спас родила душ наших. Аминь. Пресвятая Богородица, моли Бога за нас. Я тебе чайку принесла. Попей горяченького. У зеркала стояла душа, соленые реки глотая. В лице я не очень, в плечах широка. За что уродилась такая? В лице я не очень, в плечах широка. За что уродилась такая? И жизнь ей казалась пустой, бессмысленной и безобразной. Прощалась душа со своей душой, как вдруг отражение погасло. Ты не плачь, моя чистая, и гони от тебя дурное. Отражение всяко бессмысленно, когда зеркало кривое. Отражение всяко бессмысленно, когда зеркало кривое. Бабулечка, ну ты чего? Сколько ты учебы? Я скоро приеду. Не обращай внимания. Ой, вот клюшка старая, совсем забыла. На. Это что? Держи. А вот ты открой, да посмотри. Дарственный, ну зачем? Затем. Вот я помру, а у тебя какое-никакое будет жилье. Наследство небольшое, но все-таки дом. Бабулечка, мне не нужен твой дом, мне ты нужна. Бери, пусть бумаги будут у тебя. Медальон носи. Его мне твой дедушка подарил с такой любовью. Я ему колечко скромное, серебряное, а он мне семейную реликвию. Надень и не снимай, пусть у тебя теперь будет. Ой, как ты на свою прабабку похож. На Володину маму. Он тебе счастье принесет, я верю. Счастье? Где же оно? А он тебе много счастья принес? Разве настоящая любовь на всю жизнь – это не счастье? Ну, у тебя-то, может, и настоящая, а вот Володенька твой поматросил и бросил. Не говори так. Я с ума от него ушла. Вот узнала, что беременна, и… убежала. Захотел бы, нашел. Захотел. Ему всего 20 лет было, а мне 30. Он к нам в город на практику приезжал. А потом, знаешь, у него такая семья была. Это кто бы его отпустил? Провинциальную учительницу искать. Вернешь пузырь, трындец всем твоим сериалом. Господи, ну не брала я твою водку, ну не брала. Петька взял. Петька взял. Сережа, ну ты сам выпил и забыл. Да пошла ты. Ну выпил и забыл. Ну, совсем мозги растерял. Пошла вон. Все из-за тебя ты. Глаза твои пьяные открой, посмотри, посмотри, банки открой свои, что ты с сыном сделал. Это же он из-за тебя, Петя наш. Ты же его тогда в мотоцикл посадил. Я знал. Я знал, что он в коляску забрался! Ай! Ах ты ж! Ой! Вот! Вот твоя упечка! Убью, тварь! Убью! А вот я сейчас участковому встану!